Нашла такой стих, в котором в каждом слове символизм. И мне так за душу взял этот стих, я решила его сегодня прочитать. Стих называется «Жертвенное семя всех святых». «Мой плод пред Богом в Духе Святом, смиряю сердцем всей душой, чтоб в день хвалы в пятидесятый был голубь белый надо мной. Мой плод пред Господом в молитве, и если буду ревновать, тогда восстанет семя жатвы, что может душу утешать. Плоды молитвы я вкушаю, имею вечные пути, владыку Бога прославляю, чтоб только святость обрести. Господь Иисус сказал: молитесь, восстанет житница Христа, и только тот, кто добрым сердцем, тот будет видеть небеса. Восстанет семя в Духе Святом и принесет плоды хвалы, и дар пророческий восстанет в благоговеющей любви. И на иных языках веры восстанет житница Христа, да будут все сосуды в храме пред величием Творца. И Дух Святой коснется сердца, и сила свыше снизойдет, и Церковь Господа ревнуя, Святое Божие придет. И каждый будет сокрушение, и каждый будет при дверях, и каждый будет, как Давид, и снимет весь свой тяжкий прах. Уж серп наточен пред престолом, чтоб поджинать дары хвалы. Восстаньте все пророки славы, чтоб славу вышних вознести. И да пожнете Божье семя, то ревность Господа Христа. Кто слышит голос от пророков, тому вся благодать дана. Кто в Духе Святом служит Богу, в том сущий вечный Дух Христов. Кто Слово Божье исполняет, в том истина святой покров. Уж скоро жатва наступает, жнецы во храм Христа придут. И аллилуйя, в Духе Святом хвалу пред сущим вознесут. Пожнется царственное семя в пророческих дарах хвалы. И ведь на иных языках неба все семя праведной любви. Да будет церковь сокрушение, чтоб Бога сущего взыскать. Да будет милость Иисуса тебя вдвойне благословлять. Да будут ангелы святые тебя знамением покрывать. Ведь ты вкушаешь манну свыше, всю благодать на благодать. В пятидесятый день молитвы наступит житница Христа. Тогда от семени Давида сердечко будет, как роса. И слезы сердца утешая, тебя покроет Дух Святой. И у Голгофы освящая, смиренно скажет: «Бог живой! Восстань от семени молитвы, ревнуй по ревности небес. Тогда ты будешь пред ковчегом Всевышней жатвою чудес». Характер сердца изменился, и нет лукавства, нет тьмы. Пришел ты в церковь помазания, где все смиренные пути. Там сила свыше во пророках, там мира, словно фимиам. Ведь только Божие святое ведет смиренных в Ханаан. И душу верой разрывая, владыку Бога прославляя, ты будешь церковью хвалы в благоговеющем пути. И ангел Нового Завета светильник твой благословит. Ведь ты Иисусу поклонился, имея семя всех молитв. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Спасибо большое.